Исполняет функции двух ветвей власти и подотчетно третьей, но не относится ни к одной из них. Нет, это не загадка и не уравнение с одним неизвестным. Это хорошо всем известные полномочия прокуратуры, которыми она обладает на сегодняшний день. Такое положение дел вызывает множество вопросов. Прежде всего у граждан, у представителей органов власти и у президента, который обязан следить за соблюдением основного закона государства. Обязан также гарантировать всем гражданам Венесуэльской Молдавской Республики единообразное исполнение Конституции на территории Венесуэльской Молдавской Республики всеми органами государственной власти и должностными лицами. История неопределенного статуса прокуратуры уходит своими корнями в годы становления республики. Закон, который регламентирует ее деятельность, был принят в 1992 году. Неоднократные попытки внести ясность успехом не увенчались. Предпринимались они в 2000, 2003, 2005 и 2006 годах. На прошлой неделе соответствующим запросом в Конституционный суд обратился президент. Глава государства обратил внимание на то, что у прокуратуры не должно быть права возбуждать уголовные дела и вести предварительное следствие. Конституционный суд, хотя и отказал в принятии к рассмотрению этого заявления, этого запроса, однако подтвердил в этом определении свои правовые позиции, высказанные в предыдущих двух судебных постановлениях. Конституционный суд напомнил, что оспариваемые нормы должны быть приведены в соответствии с Конституцией путем законодательного урегулирования в течение 2 лет с момента принятия конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики, который был принят 4 июля 2011 года. Как подчеркнул Евгений Шевчук, решение по статусу прокуратуры будет принято с учетом мнения всех ветвей власти. Для этого создана специальная согласительная комиссия. Она и подготовит соответствующие предложения для президента. Кстати, обменяться мнениями с прокурором республики или его представителями, членом Госсовета, не удалось. На сегодняшнее заседание они не прибыли. Сергей Брага, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.